Мотор. Мотор идет. Камера. Идет. 2, 4, 3. Начали. Изначально сценаристы нам написали 3 сценария, которые мы зачитывали. И после этого, после этой читки, мы их разрабатывали именно под себя, под то, как видит это режиссер, может что-то... Допиливали какие-то диалоги, допиливали какие-то ситуации и так далее. Сложностей в нашей команде почти не было, мы просто делали все вместе. Ну, вообще, очень часто идеи... Не только для сценариев, но вообще, в принципе, любые идеи просто всплывают в голове иногда в определенных ситуациях. И потом эти идеи можно как-то использовать, хоть в сценарии, хоть еще где-то. Я пыталась брать идеи, возможно, из какого-то своего опыта как зритель, то есть из разных фантастических историй и так далее, но при этом я не хотела, чтобы моя история была похожа на что-то еще. Стажировка в Артеке закрыла волнующие меня вопросы касаемо съемки кино, монтажа кино, как это все строится, работа с актерами, кастинг, как происходит. На кастинге было очень здорово. Это было здорово и сложно, одновременно круто, потому что это максимальный выход из зоны комфорта. Это стоит попробовать. Эрмиш, Никита, 5-й отряд, и хочу на роль Стёпы. Меня зовут Екатерина Зинченко, мне 17 лет, я из 1-го отряда. И ты... Чё ты нам кружки кидаешь? Это чё, мамка твоя? Не мама это, вожатая, она мне помогает. В начале смены было, конечно, проблематично найти с детьми общий контакт, но потом мы все ближе сближались, находили общие темы, общие интересы, и когда уже начался съемочный процесс, было интересно помогать детям, немножко направлять их. Снимали, как наш главный герой подбегает к своему отряду. Это одна из ключевых сцен в нашем фильме. Мы сняли все очень быстро, очень дружно. Были, конечно, некоторые проблемы со светом, которые мы решили. Спасибо за это огромное, Маше. И съемка прошла довольно-то хорошо. Что для тебя было самым сложным сегодня? Самым сложным было собрать правильный комплект оборудования, чтобы записать хороший звук и совместить это с мобильностью и компактностью, чтобы затащить все оборудование на дальнюю точку. Что для тебя оказалось самым интересным? Я думаю, съемочный процесс, работа в команде. Я вдохновлялась музыкой 30-х годов, потому что наша часть посвящена прошлому Артеку. Также меня вдохновляла окружающая среда, природа. Именно у нас есть прекрасный вид на море. Каждый раз какие-то просто сумасшедшие закаты. Я даже видела дельфинов. Это просто было что-то нереальное.